Представители руководства республики сегодня поздравили работников культуры Якутии на торжественном вечере в Саха-академическом театре имени Аюнского. Министр культуры и духовного развития Владимир Тихонов отметил, что работа по повышению качества жизни и условий труда работников будет продолжаться. В 2013 году был принят закон республики о культуре. Мы в перспективе будем дорабатывать этот закон, внести изменения и будем работать по социальной защищенности работников культуры, по условиям труда и жилищных условий. И по заработной, да, и повышению заработной платы по дорожной карте до 2017 года.